В Волгограде выбрали постоянного регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Организацию утвердят в статусе в декабре 2024 года. Она будет исполнять свои обязанности 8 лет. При этом сообщается, что в течение 4 месяцев до получения официального статуса специалистам компании совместно с администрацией предстоит разработать программу обращения с ТКО в регионе. Особое внимание будет уделено состоянию контейнерных площадок, логистике, качеству оказания услуг и борьбе с незаконными коммерческими вывозами мусора на несанкционированные свалки.